не присутствовала, просто мы тогда в Дубае были. Снимаем вторую часть, кто больше встретит популярных людей за день. Но в этот раз мы в Дубае. У нас есть две команды. Алексей Кореш, Данила Горилла и Саня Парадеевич. Андрей, я и Мишань. Смотрите, есть пять категорий. Юмор, комики, блогеры, музыка, спортсмены и кино. Все, что связано с кино. Режиссеры, актеры и так далее. Если у человека 10 миллионов подписчиков, то это плюс балл. Если у него есть страница Википедии, это плюс балл. Плюс балл. У нас одно преимущество от вашей команды. У Миши интернета нет. Единственный человек со связями. Не, я турбокнопку нажал. 250 на роуминг закинул. Короче, ну если человек одинаково популярен в обеих каких-то сферах... В недостающую закидывает. Да, вы можете его закинуть это. Ну вообще как бы в основном нужно брать, за что он преимущественно популярен. Ты знаешь, что Дрейк в Дубае? Ну конечно, мы с ним ты встречаемся. Ты нас козырь спалил, что мы ну, с Дрейком видим. Мы уже списались с ним. А мы с позитивфоном. Короче, если вы, если вы находите 5 человек одной категории, и закрываете полностью категорию, вы получаете 3 балла. Да. То есть вы нашли 5 спортсменов, то это плюс 3 балла. Это пацанами прицепом, я правила все забыл. Соответственно, тот, кто соберет больше всего баллов, та команда получает 200 тысяч рублей. Ну, приятный бонус. А чья проиграет? Пендель. Ну да. Что, все, расход? Ну да. Давайте. Если фотки с Суба не будет. Я знаю, чуть-чуть, немножко у меня есть подхалочек, но я не знаю всех, с кем они фоткались. Автоматически проиграли, ребят. И вопрос, условно, лететь в другую сторону можно? Нет. Обязательно правило, вы должны быть вместе всегда. Нельзя разъединяться. Ты не сможешь найти иностранного какого-нибудь бара? Ну, Рональдиньо. Он тут? Не знаю. А есть ли с кем-то подвязки, какие-то уже выходы, что-то пробивали почву какую-то? Они тебя позвали для этого. Курсе то, что они едут сейчас на мероприятие, у них там Нурлан, у них Макар, у них 5 киберспортсменов. Так а нахуя мы играем тогда, они уже все закрыли. Я думаю, мы выиграем. Давай, да них, конечно, выиграем. У нас тут, у нас уже все, у нас сейчас, вот там за углом все. Флешмоб, 50 человек. 25 человек. Ну все, пацаны, давайте, идите. Да мы такси вызываем. Автобус там. Давайте, пацаны, быстро заходим, смотри. Чарты ВК. Вы просто сейчас сами скажете, считается или нет. Адель? Вот она сейчас на 7 месте в чарте. Считается. Считается музыка? Считается. Топ-10, пацаны. Ну подожди, но мы ее можем и как блогера взять, и как музыкант. Едем. Она, правда, спит еще. Давайте медленно ехать. Ну с чего там просто начать, а, так сказать, ну, во время нашей езды пробьем контакт. Ты можешь с Хасбиком организовать? Легко. Реально легко? Блять, это моя самая главная мечта. Мне нельзя ехать, я не фар. Я уверен, он входит типа в топ-50 самых... ...называемых людей мира. Смотри, ну ты уверен, что Дуэйн и ну Стэтхэм не против съемки будут, когда мы к ним сейчас приедем? Да, и... Брэд Питт? Надеюсь, Хабиб тоже не против. Брэд Питт Макдональдс сейчас. Это наш отель. Я хуею. Прикинь? Надо бронировать звезд, потому что они сейчас тоже всем будут писать. Ну вообще, да, типа в идеале закрыть тех, кого они потенциально. Я знаю информацию вчера про Хасбик, то, что не любит Василий Непоров. Микуленко здесь. Василий Михайлович. Он здесь, это точно. Ну, да, около Франции. Хамзат и Чимаева? Тоже здесь. То есть мы в теории можем встретиться с Хамзатом Чимаевым? Миша, да, мы нет. Да, мы в стране постоим. На самом деле с Хамзатом тоже можем договориться о встрече. Просто у меня понял только момент такой. Стесняюсь. Миш, пендель на кону. Пендель от гориллы, ты представь. Еще знаешь, что самое страшное? То, что он такой здоровый, и в нем ноль химии. То есть он реально... У него еще кроссовки с шипами я видел. Он еще в груши вчера выбил больше всех. А я тоже, ну, не из робкого десятка. Ты как раз таки из робкого десятка. Подожди, ну ты третье место занял. На самом деле, вот планирование гораздо лучше, чем спешка. А что с баночками не получилось? А, блядь. Мы сейчас идем на турнир по доте, и там мы снимаем контент с участниками ЧБД, и плюс там куча дотеров. Куча дотеров, да, по-моему. У которого есть странички в Википедии, у которых есть подписчики. Короче, мы уже на очень много шагов впереди, в отличие от пацанов, плюс еще там медиа. Ребята могут сидеть, которые следят за дотой, поэтому мы сейчас не то что 2 зайцев, мы 10 зайцев убьем. В общем, как минимум мы закрываем 2 человека в разделе юмор и 5 человек в разделе спорт. Брат, привет, ты где? Вот согласитесь, у Лёхи сейчас вообще сумасшедшая прическа. Вот он в Дубае еще не постриженный, а сейчас у него вот эта вот его новая притча. Какая же вообще она секси-шмекси. Как ему хорошо с новой прической.
в сравнении. Катя, сейчас. Приедем к тебе, можем через часик. Нужно с тобой сфоткаться, ролик снимаем. Короче, кто больше звезд встретит. Ты у нас звезда сейчас главная, брат. Ох, вот. Брат, ну приятненько, конечно, конечно. Брат, извини, пожалуйста, у меня память плохая на имена. Как тебя зовут? Андрюха еще. Приятно. Да не, у меня реально... Тебя как зовут? Меня Жека Васильев. Блядь! А мы рассуждаем, кто вот из мировых звезд вообще в Дубае живет. А ты знаешь? Ну, часто кто бывает, это Кристиано Роналдо. Да, ну это так. Можно было бы раз просто с ним сфоткаться, брат. Ну это так, ладно. Мы бы все позиции закрыли. Я думаю, если бы закрыл, честно, там 300 миллионов, у него 500 миллионов. Я, честно говоря, ну как будто если с Кришом мы бы сфоткались, то это типа победа автоматически просто. На несколько лет вперед. С кем, с Кришом? У нас какие-то планы были, мы что-то вообще не обсуждаем. У нас планы были просто кайфовые. Да, на заднем кресле. Можно в окно? Я, Илюха, Исаев, Андрюха, вот мы едем к тебе, короче, закрывать категорию музыка. Я буду каждый раз, когда он меня по имени называет, нажимать. У нас же не совсем простой оператор. С кем ты фоткался в своей жизни? Самый такой первый крутой чувак — это Флойд Мейвезер, потом Конор Макгрегор. Кстати, он может быть в Дубае, можно узнать еще. Потом с футболистами многими фоткался. Да. Так, а по юмору хера у нас себе. У нас, да. Категория юмор, да, еще? Да. Комик. Орлов. Орлов здесь. Орлову я сейчас узнаю, точно. Я тоже спрошу по Орлову. Так мы все спросим у Орлова. Ладно. Кто быстрее дойдет. Давай. Илюх, слушай, мы такой ролик интересный снимаем. Я Миша Литвин, просто вот нужно сфоткаться с ним. И Андрюха здесь. И Андрюха как окошко еще. Просто в Дубае все, такое ощущение. Здесь. Спасибо. Он попросил. Сатирье вообще, он как хуй поможет. И в итоге голосовое сообщение: пошел ты на. Прикинь, вот если бы сатир был бы в Дубае, то вот понял. Переодевать его постоянно. Переодевать его постоянно, да. То есть мы с Кизару бы сфоткались, с Оксимироном вообще. Значит так, мы приехали и здесь, по счастливой случайности, оказалось три комика. Нурлан Сабуров. Так. Демир Кашогов и Илья Макаров. И Илья Макаров. Мне только что ответил Водка по Доте, и он мне написал: «Привет, Крис, я спал и только проснулся». Ну ладно, что ж. И вот, собственно, мы так еще вот, трех зайцев мы сразу. Мы трех сразу же убиваем. Нурлан, короче, нам нужно как можно больше популярных людей встретить. А, вот это. Против нас фото. Миша Литвин и сам Илья. Фото да. Сделать, да? Давайте фото сделаем. Давайте фото сделаем. Соответственно, с Ильей и Мином. Фотку больше не зовем. А, вон, пойдем к Мипошке сходим. Делайте. Ярослав, привет. Ты знаешь Илью и Ксайла? Да. Мы снимаем его видео, и нам нужно слоткаться как можно больше с проблемными людьми. И, соответственно, мы с тобой. Я подхожу. Подходишь. Есть? А кто-то из ваших ребят еще здесь есть? Ой. Ну, сейчас у нас вот скоро уедут. Нужно 5 киберспортсменов. Ненароком наткнулся вот на человека. Опа, честно скажу, никнейм не помню, имя не помню, но тысячу напомню. Раз видел. Напомню, я тоже. Платон. Молодой Платон. Сколько подписчиков? Да. Ну, лямчика 3 в ТикТоке есть. О, то, что ТикТоке это где-то... 300 тысяч. Это как 150 тысяч на Ютубе, да? Да. Просто обесценил всех. Давайте. Давай. Хорошего отдыха. В 8 нам нужно просто навестить Даню Милохина, съездить к нему на бой. Да, пожалуйста. Надеюсь, там будет билет. Потом у нас будет автопати вот этого мероприятия, где мы находимся. Много здесь кого, я думаю. Киберов. Здесь просто будет много исполнителей, гостей. Знаменитостей. Да. Витя ЧБ точно. Пойдем? Да. Пойдем. Конечно. О, привет. Привет. О, здорово. Витя ЧБ. О, ребят. Нам нужно фотографию с тобой сделать. Ты еще не представляешь, ты еще не поверишь, что... Что это? Нам нужно с тобой сделать фотокарту. Спасибо, Виктор. Давай, спасибо, ребят. Желаю победы. Спасибо. Миша Литвина, давайте, пожалуйста, закрываем. О, да ну нахуй. Ебать. Камеру. Блять, какой шанс? Рахим, подожди секунду, брат. Какой шанс, блядь? Мы просто ехали по бумагу. Че там? Илья? Кто там? Брат, все, не отвлекаем. У нас просто была резкая задача, брат, сфоткаться. Фэнди. Популярной личностью, какими фибрами проходит. Давай, можем? Давай. Все.
Спасибо, брат. Спасибо большое. Все, счастливо. Привет, привет закрыт. Мы просто ехали. Да ну нахуй. Может, просто будем ездить по блювоту туда-сюда? И Википедия, и ТикТок, и певец. Да ну нахуй, блядь, вот это просто. Если что, мы просто ехали, и он шел справа. Да, надо в окна смотреть. Да, 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 кстати. Я вот, короче, я буду главный по окнам. Привет, я друг Миши и Андрей. Трек в чарте на 7-м месте, поэтому мы тебя как музыканта можем... Приятно стало, знаешь, что ко мне как знаменитости подъезжают. Почувствовала себя. Что, делаешь? Да? Да. Без победы не возвращайся. Ладно. Победа. Нас это правило не касается. Что, на ИФМ едем? Да, да. Я просто стою, вы молчите в моменте. Мне страшно стало. А я просто застеснялся-то. Типа он понял, когда сказал, что все, как бы я в мечеть, пацаны, иду. Ага. Да, вот я понимаю, что ну другого-то варианта не будет, чем сейчас сказать уже. А вы молчите, я такой, брат, ну а сфоткаться резко можно? Быстро-быстро. А я просто с ним вообще не знаком, поэтому застеснялся, извините. У нас к тебе просьба. Ура, надо фотографии с тобой сделать. Фотку? Да. Можно такое сделать? Конечно. Популярные люди нам могут помогать находить других. Да, кстати. Здорово, может, у тебя есть коннект на дуру? Здорово, нет. Но в целом есть люди, да. А, вы с Егором не фоткались, с Тейпом? Его что, тему? Нет, не фоткались. Можем к нему бы отправиться. Я сегодня с ним на ужин договорился, где-то 7-8. Можем вместе поехать, там сфоткаетесь. И уеб. Можем. Так и надо, у нас сегодня нам нужно на бой Милохина заехать. Че, у него бой? Да. С кем? С ребенком? С каким-то... Сейчас будем Алишеру писать. Надеюсь, то, что он нам сможет помочь с какими-то контактами. И главное, чтобы он в ресурсе находился. Алишер, здорово. Слушай, мы в Дубае снимаем ролик. Можешь помочь с какими-то контактами? Может, ты в курсе, кто в Дубае есть? Там сгоняли, чтобы мы фотку сделали. Вроде бы здесь где-то Дрейк. Embarrassing! Call занимаемся тем, что ищем контакты, пытаемся найти, где кто находится. Ну да, это полный Gucci Flip Flop. Здесь мы много, на самом деле, еще нашли на будущее фотку. Мы, собственно, едем к Романову. Александр Романов. Известен вам режиссер клипов Моргенштерна, Инстасанки и куча-куча разных еще артистов. С ним фоткаться в какую категорию отнести? Кино. Там нет категории. Есть? 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 Да. Он относится? Ну, можно сказать, что да. Относится. Я написал Алишеру, и он сказал то, что вы можете с Арутом встретиться. Мы приехали к Никите Прямо. Тут мы... С Арутом? Бля, я надеюсь, он ему подогнал броники. Ты на Дали Милохина стоит. Ой-ой-ой. Я себе. Они хотят с тобой сфоткаться. Но мы это сделаем раньше. Мне не говорить, что... Да, вообще не говори. Только вот в самый последний момент. Ты типа фоткаешься. И такой, пацаны, ну я уже сфоткался. Давай ты с нами сфоткаешься еще и покажешь. Давай. А вот это ничего? А, вот смотри, брат, о, ребят, ну как это, я ж ёпта энциклопедия целая. Вы что? Есть легкая LG. О, LG здесь, да. Идеально. И очень просим, сейчас они к тебе приедут. Че, к LG тогда? Поедем. А мы уже сделали. Брат, слушай, знаешь, что хотел спросить? Что-то капец у них у команды Exile и Литвина дофига, как будто они выиграют, или мне так кажется. Слушай, а не затруднит, если мы подъедем с пацанами с тобой фотку, брат, сделаем быстро, вообще отвлекать не будем? Не затруднит, пацаны. От души, братец. Все, тогда сейчас подъедем. Спасибо большое, родной. Мне нужна кепка и кофта. Согласен, брат. Кстати, хорошо, что ты подметил. Конечно, я только об этом и думал. Мне пизда. Подстоять, да, внизу? Едем в барбершоп? Да, да, тебе пока... И татухи удалять лазером. Ну все, у нас, смотрите, есть еще 2 часа, за это время можно с кем-нибудь другим пересечься. Ну, с Лехой ЛДЖМ. Ну? Я так говорю, с Лехой ЛДЖМ, как будто... С Лехой ЛДЖМ, бля! Ну, если что, я не расстроюсь, пацаны, если с Хазбиком не вариант, я просто понимаю. Бля, брат, он что, не человек, что ли? Вы тоже так из-за татушки? Просто машина сядет, прогреет, типа, он что, не человек? Ну, моя мечта сегодня сбудется. Серьезно? Угу. Ты с Лёхой Лджан хотел сфоткаться? Он очень крутой тип. Excuse me, can you take photo with this guy? Леон Хемстич. Мы идем. Мы приехали. Очень милое место. Очень милое место. Александр... Саша Романов со своим сыном, скорее всего, и дочкой находится сейчас в игровой комнате. У него еще и дочка. Комнате. Двое детей, да. Ого. Привет. Привет. Саня.
Лёха. Отлично, здорово. Саня. Сколько у вас с кем? Ну, с ЧБДшниками мы сфоткались, со стримерами, с киберспортсменами. А вы Милохиным не будете на Бойсе? Поедем. Мы с Милохиным просто через час отъезжаем отсюда. Может, мы его здесь дождемся, сфоткаемся и на бой потом приедем? Да, потом там будет еще манекен, орут, с кем еще можно сфоткать. О, это вообще отлично. Ну, мы их закроем. Нам только на руку. Да, да. А, может, просто. Может, на Фейсапчика навалить чуть-чуть. Ждем тогда Даню, и потом к тейпу едем. А какие шансы у него выиграть? Никаких. Разобит. А стратегия в том, что... Мы хотим сфоткаться, когда у него уже пиздец разбит. У кого? У Дани. Да наоборот, вы что, гонишь, что Дани? Дани машину, ну... Нет, подожди, ты про кого говоришь, нет шансов? У Дани? Нет, у того типа... Даня, он скоростной, мелкий такой, ну, короче, пиздец. Ему, короче, Даня на тренировке дали по***. И он типа в нокаут, и обычно все думают, ну типа, блядь, больно. А он все такой, о, нифига, все прикольно. Наша задача просто сфотографироваться, то есть популярную линию. У нас типа две команды, одна фотографируется, и вот мы. Да, мы посидим. Конечно, задумка, давай. Да, немножко я просто волнуюсь. Давай поближе. Семейный фото, давайте. Можно так же? Ну, у нас тут Кнюшки, Вансики, понятненько. Да, конечно. Ну, ты первый, кого мы сильно стесняемся. Очень рваные джинсы. У каждого человека есть уровень того, кого он стесняется. Все тогда? Хорошего дня, спасибо огромное. На связи. О, мне Володя ответил. Да, иди, конечно. Как раз в спортзале. Если вы не поняли, кто это, то его видео вы 100% видели. А, я видела это. Это really big. Like drive it's possible. Я еще хоть джим сделаю. Да, я поняла, что это. У нас просто есть такая традиция, то что каждый раз мы объявляем то, что Горилыч все еще самый сильный в ролике. Сегодня первый раз, кстати. Сегодня первый раз. Я сейчас что-нибудь ебну. Ты что, я дура, пиздец. У меня, может, она тоненькая, понял, но она нихуя, она жесткая. А будет два человека сильнее Горилыч. Мы их команду унижаем просто. Короче, я написал, что снелкику, то, что будем через 30 минут у него. Приветствую, Илья, очень приятно. Андрей. Тоже, ну, наверное, вряд ли знаешь. На YouTube снимаю видосы. Не-не, видел вот этих. А, реально? Конечно. А, ну все, тогда так проще. Просто фотку. Да, нам подзафиксировать, что мы с тобой увиделись. Да, и какое-нибудь бы задание дал бы, если бы мне что-нибудь. Ой-ой-ой, да. Сколько вот на мой вес хороший жим будет? У меня 78 килограмм вес. 78, так же, как у меня. 100 на 2. Бежал 100? Никогда в жизни, но попробую. Давай 100 попробуем просто. Я детина серьезно. Ну он ебать здоровый. Давай поспорим, то, что ты вот на символическую десятку, а то, что 100 не пожмешь. Ну давай, наверное, просто пустой и сразу сотку попробуем. Я так не работаю. Мы тоже хотели, но вы уже занимаетесь мы. Шестьдесят килограмм, да? Пять раз нужно, правильно? Не позанимаешься, тут все занято. Все занято. Я бы показал свои возможности. Полный зал. Старайся ногами больше толкать. Ты сможешь много больше толкать. Хорош, Мишань. Не знаю, сделаю я сотку, не сделаю. Как будто сделаю. 10 можно. Давай 10, потом сотку. И это, то есть нам еще по двадцатке накинуть, это 100. Это 100. Делаем сразу по двадцатке. 100%. Просто подстрахуйте меня с двух сторон, чтобы я не умер. Мы с тобой поспорили, что я сотку сделаю? Да. На чем мы поспорили? На миллион. На чем? На 500 дирхам. Давай, да, согласен. На 80, потому что можешь порваться и не делать. Реально? Конечно. Просто жарко в Дубае, ты без воды. Я бы тоже показал, парни, но не хочу, чтобы у вас самооценка у всех упала. Накинь, бро. Конечно. Так, 80. Так нихуя ты, блядь, пленок бройлерный, блядь. Нихуя он, слышь, блядь, здоровый, блядь. Держишь? И жестко ногами. Работаем! Но! Будет сотня! Так, конечно, сделаю. Ты свой рекорд побил. Ну я больше никогда, наверное, не делал. Может, и делал, но не знаю. Ну я максимум 80 поднимал. Да прикинь, он просто тон. Самое интересное, я старше Миши на один год. А ты это тем более. Он 99-го просто. Ну, малой, типа. Извини. Если смотришь это видео. Миш, если смотришь это видео, мы твои фанаты. Лид бы выпить, и можно было бы 120 жать. Это сотня. Это сотня, да. Это я уже проебал. Жестко ногами сразу. Прям дуже чувствую. Даже жопу подавишь, что чувствую. Руками тоже работай. Пошло. Жестко ногами. Мы пока не сделаем, не уйдем, походу, да? Бля. Месяц уже подготовку ебнем. А сколько максимум ты становую делал? 290.
Ну это на бицепс моем разминочный. Постарайся сделать мост сейчас. Построить типа? А вот где сил больше? На вот на нижней пазе или вот вот правда? Но он все равно не поднимет один хуй. Сколько вот он делает? Это он сейчас на раз сделал? Это, кстати, сотка. На один раз, да, он сделал? А он уже раз 10 сделал пока. Здесь в этом зале все от них делают, сотку делают. Такое, да? Я понял. Я вчера 100 грамм здесь сделал. Все, блин, последний соберись. Да. Раз, два, три. Давай, давай. Да я пустил! Уже прижало шею. Ну, блин, 95 где-то есть, но сотки нету. Сука! Ладно, я проиграл. Просто вычту из нашего приза. Из Андреева, надо сказать. Да, из приза Андрея. Все, ладно. Слыхаем. Ребят, удачи. Да, еще увидимся, кстати. Спасибо огромное. Удачи. Взаимно, очень удачи. Все, хорошей тренировки. Да я говорю, брат, я подтягиваюсь, это много. Я-то никогда силовые не делал. Обидно, сука, когда что-то не получается, и мне прям хуёво становится. Я прям хочу закончить ролик сразу. Понимаешь, брат, я же такой тип, я же могу сейчас вообще в пауэрлифтинг идти, я могу бросить блогерство, лишь бы ебучу сотку, блядь, выжить. Просто потом через какое-то время скидывать, типа, вот, пожалуй. Чего вы? На мистер Олимпии стоит. Ну чё, Илюха ебать. Да, короче, мы сейчас в ТЦ выбираем мне одежду, чтобы я мог приехать на встречу с Хазбиком, потому что я не фор. Да. Ошибки молодости. И понял, ты надел Рафат, стоишь такой, и Хазбула подходит к тебе. Ага, типа, хотел спрятаться, нефор. Просто мне панчи надоел. А у нас и спортивная рубрика, и у нас и закупка шмота, и у нас вообще все. Кстати, вы что, моросите, вы выбираете одежду уже 15 минут. Вот. Быстро взяли и погнали. Все, пошли, давайте. Мы просто ответственно хотим подойти. Вот тогда вот эту надо брать, если ответственно. Я что-то волнуюсь, пацан. Да, немножко волнительно. Илюх, ну сейчас ты должен говорить. Хазбик очень серьезный тип, я вам на полном серьезе говорю. У него ебнутая энергетика, пацаны. Сожрет одним взглядом. Салам алейкум, отцы. Здорово, родной. Здорово. Брат, фанатов к тебе привез. Привет. Приветствую. Салам алейкум, брат. Короче, брат, смотри, снимаем ролик. Вот к Илюхе на канал, не ко мне. Тоже популярный блогер в России. Может быть, не знаешь, но... Снимаем ролик, кто, короче, больше всего людей популярных встретит в Дубае. Ты, брат, самый популярный, поэтому я пользуюсь мировая возможностью, то, что я с тобой знаком. Вот мы к тебе подъехали сфоткаться. Спасибо тебе, брат, что не отказал нам. Давай, пацаны, встаем. Можно вообще у Бугатти дать. Давай возле Бугатти, я думаю, вообще порядок. Подписать, брат, что твоя? Это, наверное, Тамаев ее взял, не? Закрыто. Ты что, брат, думал, она открытая будет, что ли? Закрыто, да, Хазби? Не, ну она очень хорошая, если честно. У нас спорт, кино. Это что, это Дива или это Шерон? Не понимаю. Юмор, блогеры и музыка. Тебя в какую категорию записать? Спорт? Это Шерон? Все, спасибо большое, хорошего тебе дня. Хорошенькая, а красивая. Примерно давай, чтобы лицом его знали, чтобы сказать, Миша сказал не фоткаться с вами. Хазби сказал то, что с людьми с длинными волосами фоткаться не будет. Тем временем, Андрей. Ну, он вообще располагает к себе Хазби. Да. Простой пацан. Смотри, что говорит. Илья, у меня вопрос. Мы сейчас едем к Джастину Биберу сфоткаться, а потом поедем еще к Павлу Воле с его женой. Вот, Просто, блядь, обкурили. Вентиляторы чистые. А у вас как команда называется? Это сотрясение воздуха? Или три... H2O. H2O или... Или три пизда... Или три пиздола. У меня же тут с коленкой что-то все красное. Чем процесс? Максим. И ты как в категории блогинга легенда. Ты уже точно меня обогнал, по легендарности. Либо мы тебя в категорию битбокса. Миллион лет не видела Снейлкика. О, отлично. Как человек, который капельку показывал. Собственно, просто наша задача сделать фотографию и все. Да, да, да. Выбирай дело. Окей, окей. Ехали 4 часа из Абу-Даби. Это было невероятно. Этот экспириенс я запомню навсегда. Такая простецкая задача. Ну да. Кто на первом? У вас есть какой-то отслеживающий? Почему тут сладкая? У меня собачка, походу, расцарапала. Ну ладно, шла удачи. Да, спасибо большое. Да, очень рад познакомиться. Далее наш оператор Азиз организовал нам встречу с зарубежным блогером Мувлокс. И вот мы, собственно, приехали к нему домой. О, вот он! Популярный блогер. Ёб твою маму. Он говорит, перепарковаться. Он говорит, уедьте на машину. Просто парни уезжайте. Судя по автопарку, у него все хорошо вообще. Hello.
So right now we're doing the video. The mission is to meet the most popular people in Dubai. Okay, sick. So mostly it's Russian people because we speak Russian. Russian And our guy knows you, so sick. Like we should do the photo and that's it. Alright, let's do it. Yeah. Let's do it. Everybody calls him Russian Mr. Beast. I don't call me by myself. Okay. I think you dropped the first? No. Yes. He's the most craziest. Yeah, I watched his video. Ну я тоже там начинаю. Окей, Instagram. По чуть-чуть двигаюсь. Put on your Instagram, so I follow you. Oh, okay. Если не хочешь выдавать мой. Same content? Yes. Yeah. They are like a family. He's the future, right? Mr. Beast. Yeah. And you're doing content about cars? Sometimes cars, sometimes challenges. I have two channels. Arabic, English. Arabic, I do similar Mr. Beast, you know? Yeah. And then, everybody does similar. Yeah, like exactly. His crazy content. Yeah, I think that he broke the YouTube algorithm. Yeah. Oh my god. Йо, в другом доме, говорит, это тюрьма. What? You have jail in? In the other house. You wanna go there? I just made a YouTube video, like jail. Yeah, like a jail video. This is a swimming pool. Swimming pool? Это хаммер бассейн? Что, блядь? Love. Purple. Yeah. My favorite color. Come on, look at that. Okay. Подождите, он сказал, что у него есть тюрьма и посадил нас в машину. Мы сели. У нас везет тюрьма. Who's the most popular person you meet in your life? Kanye West. Real? Kanye West you meet? Yeah. Can you call him? I don't have his number though. Короче, его это дом для YouTube видео чисто сделан. Oh, here's the jail. This is like my dream. Ребята, как будто мы уже совершаем какую-то ошибку. Don't close the door. And how much did it cost to build it? Not too expensive, maybe like $10,000. Really? $10,000? Yeah, because I have full-time team, they build everything. Just in Russia, it will be more expensive. Yeah, here is what, if you want someone to build, expensive. But I have like 5 people full-time. Their job just to build for me, you know? $10,000, чтобы построить тюрьму такую, типа, в доме. I have a rainbow Ferrari. Rainbow Ferrari? Радужный. Yeah, you know the one that 6ix9ine had for his music video? Yes. Денег у него попросим. Короче, он показывает сейчас Ferrari, который из клипа 6ix9ine. Я видел ее, брат. Я тоже ее видел. Oh my god. This is such a unique stuff. Take it, fuck me, nigga. Bitch, I'm silly. Chopper, shoot your I have idea for this. I want to make it 4x4. Ah, 4x4. Да. You have such crazy ideas. That's so cool. Yeah, 4x4, you know? Yes. Like, right. Is it possible? Yeah, but it maybe will not be too good. It can make in Dubai? Yeah. I want really big wheels, but you know, monster wheels, you know? How much is the project? Maybe dirhams, maybe like $500,000. So like $150,000. But the car is cheap, so it's not even worth it. The car cheap? Is, like, bro, it's not cheap! It's like $80,000, you know? Like, this is cheap. It's not cheap! But you know, it's not expensive, right? It's like a cheap Ferrari. He's broke. Can I live here? I can in jail. He can be your sixth person to build. You have a really nice car collection. Thanks. What is it? This boat. Ah, okay. And swimming pool. Boat? Oh, yes. Yeah. Говорит, $80,000 cheap car. He's saying it's a dream. Dream of, of the vlogger. Any vlogger. Yeah, like here, this area. Yeah. Open area, nice. Very comfortable. Yeah, but problem is also strict. I think Russia, you can do more like you. And I see this drop, like you guys can explode things. We haven't got monetization. Oh, really? Yeah. Thank you so much. No, thank you, my brother. Inshallah, if you have some crazy ideas, let me know. We'll thank try you for meeting, brother. Okay, thank nice you, to meet you. Thank you. Glad to see you. Но вот чувак реально показал, как живут ютуберы на Западе. Притом, по сути, вот будем объективны, его просмотры там, да, сейчас, ну, наверное, не самые убедительные. Там нету там по 10 миллионов. Но при этом мы видим, как чувак живет, у него 2 коттеджа, 2 виллы больших, что территории, своя тюрьма на втором доме. Ну и больше 8 машин. Да, но он как в GTA-шке живет, тачки разукрасил. В разный цвет. Притом тачки, ну, не жиги какие-то. Да. Нехуйные тачки. Мы почти по позиции всех закрыли. Нужен будет один спортсмен. Есть Антон Дурачев, это профессиональный игрок в Доту, чемпион мира многократный. Короче, очень крутой чувак. А ребята к нему не заехали? Нет, не заехали. Едем на встречу зданий. Владимир! Эти за Арутом и за Даней Милохиным. Они едут к Дане Милохину, а с ним же сфоткались.
Бля, вот это заподлянка. Арут и Даня Милохин. Мы его только что видели из окна. И они должны были типа нас подождать, вроде как, по идее. Но они сели в машину и уехали. Нет. Бля, стоят! Стоят! Опережай и... Она сразу блокируй. Чё, пить-то будем? Здорово, чуваки! Мы купили билеты. Смотри сюда! С тебя деньги. Спасибо. Сейчас выиграю и поделим. По 500 дирхам билет. Да, конечно, брат. Он типа андердог, непонятно, чего от него ожидать. Короче, непонятно, не дают у него большие какие-то. Да. И они не могут считать, я понял. Бля. Простите, ребят. Они тебя целый час ждали. Он нам заруинил фотку. Ты можешь ему заруинить бой. Отъебать его, отзахуй. Сейчас, сзади. Злая прыг. Ему как они нас опередили, падлы. Едем, получается, к Майнкрафт-блогеру. Майнкрафт, это моя жизнь. О, это же мои друзья. Здорово, Артем. Это Рома. Рома Компот. У него 15 миллионов подписчиков в Инстаграме. Охуеть, я вот даже не знаю о таких людях. Компот. Вы шарите, да, чат? Я, блин, вообще не в теме. В Телеграме? А, Ютубе. Я думал, это подписчик. У меня нет Телеграма вообще. Ну, короче, на Ютубе. Я все соцсети перебрал. Надо сфоткаться. Давайте, ребята, сфотографируемся. Давайте как на превью, как на превью. Давай. Готово. Сколько ты зарабатываешь? Я рад, что вы все приехали. Ради меня, чтобы со мной сфотографироваться, это реально было очень приятно. Спасибо тебе, что приехал. Спасибо, Артем. Может, есть кто-то еще с 10 миллионами? Саш, здесь чего личного, нам надо просто выиграть. Право. Павел. Может, кто-то еще есть? Слушай, я думаю, что Леха Пози есть. О, но мне кажется, Илюха его взял, 100%. Давайте вместе подумаем, кого еще можно. Кто здесь есть из знакомых? Идей нету, идей абсолютно ноль. Только Пози, только Даня и... Феромир. Наверное, не успеем с Феромиром. У вас еще есть время. Да нет, вроде нет, нам вроде надо. Феромир? Вроде не успеваем. Вроде там еще надо. У нас с Дрейком просто там еще сидит. Есть что передать подписчикам? Я не знаю, как сюда попали мои подписчики, но если вы действительно там, то, ребята, и, естественно, на превью. Мы сейчас вернемся на дачу. И добьем там киберспортсменов, потому что мы встретили только Ярослава, Заура и тренера команды Team Spirit. Ну, либо все-таки уже дождемся автопати. Так что едем на дачу. Сфоткался уже? Сфоткался уже. Здорово, я уже сфоткался с ним. Он с Илюхой сфоткался. Реально? Да. Все приезжали. Нихуя. На нашу территорию приехал. Не ожидали мы от тебя такого. Как вы понимаете, с Антоном мы не успели сфоткаться. Я просто ему на всякий случай написал заранее, если он видит ребят, чтобы он с ними не фотографировался. Антоха. Охуеть, вы там с такими легендами Ютуба и со всеми сфоткались, и еще такую... Блядь, мне уже жалко команду, блядь, Сани и Лехи и Горилл. Да блин! Огромное тебе спасибо. Здорово, брат. Здорово. Охренеть. Здорово, Андрей. Привет. Вот короче, снимаем видос. Кто встретит больше всего? Красава, наконец-то я попал. Потому что я охуенный, вот. Вот, и ты отлично подходишь под категорию музыка. Типа, потому что, ну, я тебя знаю как музыканта. А спорт? Не подхожу. Мы свой кубок выиграли, вот, 3 дня назад. У нас в спорте Милохин и Хазбек. Поэтому... все, да, там уже место занято. Да. В общем, просто задача сделать фотографию. Если пацанов увидишь, Леху, Саню, то отказываем. Уже они не смогут с тобой сфоткаться. Окей. Держите? Да. Да, ну что, удачи вам, победить. Да, все, счастливо, рад был видеть. Я думаю, пацаны, ну, с Team Spirit сфоткались. А, ты не знаешь, что, кто это, да? Я знаю. Они охуенно играют в... Так? Ребята из Бэтбум Тим сидят. Они охуенно играют в Sims. Можно сфоткаться с вами? Буквально минуту вашего времени. А ты не завозишь, потому что. Так давно же, я уже давно не завожу. А чего ты меня хотите? Я уже год не завожу. Ошибочки знаю, на него не привыкли. Ты можешь хотя бы прыгнуть после ковы? Не получается. Прыгни в бассейн. Нет. Подожди, что такое завозов нет? Вот это что? Я ради видоса побрился, чтобы быть как из 2021 года. Всем у нас сидит тут Джотин, СМС и Стрей. Так, добавь что-нибудь. О чем речь вообще? Мужики, мы к вам. Здорово. Спасибо, значит, очередной крутой ивент. Да, против Мишель. Сайл.
Вот они придут, мы с ними не сфоткаемся тогда. Мы скажем, с вами нельзя. Мы скажем, как раз был парадей, а мы с ними не сфоткались. Мы с вами. Взрыв мозга. Теперь завоз. Завоз. Леха прыгает в бассейн. У нас, короче, идея сейчас находить рандомный. Просто рандомный. Это придумал он. Просто похожего, не знаю, кто он, пакистанец. Вот. Sorry, bro, it's not you. No. Fuck, не он. Do I see him? Okay, can you show me again? It's you? It's not me, but I see his video every time. That looks like you. Looks like me. Can you do like that? Yeah. Давай, let's go. Лёх, ты все так же можешь завести и прыгнуть в бассейн. Я это держу как козырь. Самый неожиданный момент, повернуть камеру, я в бассейне валяюсь. Завоз! Заур нам помогает сфоткаться с тейпом, с Егором, и пишет, что он уже на связи с кем-то, а с нами он не на связи. Соответственно, он либо с Ильей, либо с Мишей, соответственно, либо с... Я почти у него в рест был. Сколько ехать? 40 минут. А? Поехали. Голосовой. Короче, он до меня едет, ему 5 минут до ресторана ехать, говорит. Я ему написал, просто на своем инстаграме, на связи, он сразу начинает сообщение. Кто не рискует, тот не пьет шампанское, полетели. Тимур Травокур. Какой Тимур Травокур? Оман, давай сфоткаемся. А у нас перебор уже. По твич-стримерам. Мы снимаем Excel ролик. А что со мной ты фоткаешься? Пойдем, точку появляю. Ну давай. Первым сеньором. У нас Big Baby Tape горит. Короче, Саня, да, те едут тоже сюда, чтобы сфоткаться. В случае, кто первый доедет, тот, наверное, выиграет. Опа. Ну что вам завести, а? Я очень хотел встретиться с Тейпом, просто сфоткаться, пожать руку. Прикольно, мне нравится его музыка, Dragonborn вот здесь. И было бы прикольно, было бы, как сказать, символично, потому что я тоже рэпер. Лёва завёз. Блядь. Теперь можно в бассейн не прыгать. Здорово. Здорово, ребята. Здорово, брат. Как дела? А ты, короче, типа, ролик такой... Блять, они сюда не успели, ёшки-матрёшки. Хейпажорский, просто задача встретиться как можно больше с медийными людьми по разным категориям. Ну, вот, собственно, категория музыка, что ни на есть. Просто сделать фотку. Что, много сделали уже? Да, я. С разбиком есть. Круто. Короче, пусть они подойдут, вот прям вот сюда, вот ты скажешь, блядь, уже сфоткался. Тогда вот нет. Блять, это жестоко, Илья. Мы их много где обловим, они еще об этом даже не знают. Или сейчас нас ты сейчас показываешь, пацаны, если что, я уже сфоткал. Блять, и они под столом сидят. Все, спасибо, Егор. Желаю удачи, парни. Спасибо. Всего доброго, приятного аппетита. Хорошего вечера. Егор такой лучезарный парень, вот на самом деле. Здесь я тоже стеснялся. На Хазбике, кстати, я не стеснялся. Я боялся. Сколько такой стоит вообще? 6 миллионов долларов сказали. Хуйня себе, блядь. Хэмбургер. Лёх, тебе опять... Да, бизнес, у меня эти фотки, нахуй, у меня... Фуры. У меня фуры. Я мне уже все рассказали, давайте. Может, здесь какой-то контакт знакомый, кто недалеко находится? У меня Джейм, они мне прям гонят. Можете, пожалуйста, подождать ребят? Тут есть ребята, вот хозяева, они стримеры. Они хотят с вами сфоткаться жестко. Подождите, пожалуйста, их, это вот моя просьба. Подождите их, пожалуйста, на парковке, они сейчас придут. Они тут рядом. Да. Погнали, все. Спасибо. Я вот тут уебался так еще. Это завоз. Это подвоз. Как мы успеем за 15 минут, они очень паркуются. Они припарковались одну минуту. Тут 3 минуты ехали. Комиссар Шиберт, по машинам! Комиссар Шиберт, блин. Лёх, почувствовал этот драйв? Пробежку? У меня сердце чуть не уже не остановило. У меня в моем возрасте такие пробежки. Мы сейчас едем к чуваку, основателю компании Jacob & Co. Это компания, которая занимается в первую очередь часами, а также ювелиркой. Он дарил, как Миша говорит, часы с самого начала карьеры Криштиану Роналду. Да. Вот когда только Криштиану Роналду, вот у него был путь становления в Манчестер Юнайтед, когда он только перешел, вот тогда уже Jacob & Co. подгонял ему часы и начал с ним сотрудничество, с Криштиану Роналду. И вот мы сейчас едем до этого Дяхана, он потому что в коллаборации с Бенгати, правильно, Jacob & Co. в коллаборации с Бенгати строит, короче, дом. Нас пригласили на
ужин в честь запуска строительства самого высокого жилого здания в мире, основателями которой является арабская семья Бенгати. Это одна из самых богатейших семей в Арабских Эмиратах. И сейчас мы едем к ним на виллу домой, где также будут присутствовать потенциальные покупатели квартир в этом многоэтажном доме. А это отнюдь не самые бедные люди. Сейчас я предлагаю вам вспомнить, как мы выглядим. Прикиньте в голове, что сейчас будет. Сейчас будут потенциальные... Я просто помню, ну, короче, уже была инфа на тот момент, в тот вечер. Мы просто, мы с Каролиной сидели, и мне Каролина об этом говорит. Я такая, какого хера, чё вообще, куда они попали там просто? Ну, то есть там такой слой общества, чтобы вы понимали. Потенциальные покупатели на этом ужине, то есть мы едем брать. Потенциально? Этот человек на короткой руке с крышом. Потенциально? И без потенциала, я скажу, набери, слышишь, когда... Я просто цифры забыл. Так-то мы вон там, в одной академии Зенита. Не то что элита. Бля, начинали. Мы еще на Сахе вместе бегали. Сам, стой, знаешь. Знаешь как, давай я с ним скинусь на Цуефа. Если проигрывает он набирает Криштиану Роналду. Если проигрываю я ему даю 1 000 000 рублей. Ну, то есть 10 тысяч долларов. Ну, бля, подкинется он на такую тему, интересно? Что ты скажешь Кришу, когда наберется? Hello, you legend. Hello, все, я уже с ним, вот, я с ним пообщался. Прикинь, все, галочка сделана. Ну, типа, вот что ты вообще делал в этой жизни? Да вот мы, типа, по фейстайму с Кришом общались. Просто, ну, вот мы с ним, я ему сказал, там, то, все, как ты? Им просто набрать с Жака по телефону и сказать, пошел ты нахуй. Не, знаешь, что надо сделать? Надо цифры запомнить номера. Выходим оттуда и звоним уже нормально. Вот это ему WhatsApp, а это ты Криштиану Роналду. Не, прикинь, в ролике Ильи Ксайла номер Криштика спалить. А еще лучше, заходим в инсту, вбиваем его ник, восстановить пароль по номеру. Каким-то чудом у него не стоит двухфакторка, на. Мы просто ебем. Просто сторис со страницы. Просто сторис. Как вы? Даже. А когда сделали? Подписывайся на меня. Не понял? Я бы с его аккаунта однокласснику написал здорово. Я ответил бы на свои поздравления с днем рождения. А подожди, а что мы разгоняем то, что с ним на английском языке живет? Он же на русском еще говорит. Он на русском балдеет. Балдеет! Хотел сказать базарит, сказал балдеет. Бля, пацаны, честно, мне кажется, у Криша до хуй от русски. Ну, круто. Это не LG. Это LG. Нет, это LG. Да. Это не LG. Да. Ребята, мы к вам. Я диспетчер. Они должны были первыми быть. Что за клуб? Ты встань прямо. Там Леха LG. Со мной уже фоткали специально. Серьезно? Реально? Ебаный сыр. Утешительная. Ну, утешительная просто. Саша. Леха, Данила. Привет. Леха, тёс. Привет. Привет. Они фоткались, кстати. Они приехали с Лёхой сфоткать. А в тот раз? Они просто в тот раз, да, был. В том выпуске. Давай, утешительный. Вот, обращайтесь, пацаны. Хорошо. Счастливо. Бать, он крутой, нахуй, LG. Нас опередили. Он крутой, LG, вы видели? Светил, да хуй, ебать, LG настоящий в жизни. Ну чё нахуй? На баре синий. Вам похуй, да я под него жил. И таких, как ты, да-да-да. Да-да-да-да, блядь. По машинам, нахуй, поехали дальше. Бля, пиздец. Вообще, понял? Кадиллак Эскалейд. О, нет, Лёша, нет! Горилла, Тесла. Кадиллак. А, я понял. Мы специально приедем к Jacob & Co. Rolls-Royce. Келлен Тваген. Блюдь! По не вовремя, чтобы он нам часы подарил. Парни. Точно. Парни, вот он. Давай, я приезжаем. Я говорю, извините за опоздание, просто у нас часов нет. Блядь, я волнуюсь. Уверен, типа нам похуй вообще. Мы, типа, знаешь, в таких живем. Салам алейкум, пацаны. Ты так въезжаешь? Ты прям сюда въехал? Мишань, ты как-то это очень сильно уверенно сделать. Wallet parking? No parking. We have reservation. We have guests, you know? We have reservation only. Park car outside.
Сори, брат. Подожди, а в теории, вот если мы сейчас испортим кого-то праздник, здесь люди имеют влиятельность нас убить нахуй просто? Вот в этом закопать лесу. Я думаю, прям под этим домом мы и будем. Да, как-то надо поаккуратнее, что ли. Пусть он выйдет, я умоляю, я туда не хочу идти. Я ебать хочу. Пойдем, зайдем. Миша что-то резко, блядь, духом воспрял. Тем временем я, который очень хочет какать. Просто первый раз такой дом в жизни себе вижу. Ты не думаешь, что мы немножко выделяемся? Вы понимали, сейчас Миша соплю об пола прокинул. Это пизда, вообще, пожалуйста. Просто он понял, он как будто вот один золотой такой, хоромы прям. Hello. Hope you're doing well. Yeah. Abdullah Bengati. Nice to meet you. Misha, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Brother, how's things? Finally we're meeting, huh? Это наша первая встреча, прикинь? Да ладно, давно общаетесь? It's our first time. Yeah, it's our first time meeting as well, you know? Please, guys. Can we filming? Bro, we are filming for YouTube. No problem. The food is served, so please, first have food. Покушать okay. Сначала, говорит. Мы жесть. Только и не против. Первым делом покушать. Деку, блядь, это пиздец. Пацаны, мы в фильме, если что. Пацаны, главное, делайте вид, что, ну, типа, все четко. Тебе не кажется то, что как будто здесь по дресс-коду, ёб твою, это пиздец. Не-не, просто пацаны, чиллаут. Илюх, дай руку типа. Илюх. Это как-то все странно смотрят. Слышь, ну я ему говорю, понял, там, развернись, посмотри, понял, как жизнь идет. Илюх, брось меня, мне страшно. Мне безумно страшно. Nice to meet you. Так, обзор на еду в самом дорогом доме, в котором мы только были. Илюха, я собственный рот ебал. Амаров, будьте, пацаны? Я как будто нахожусь не в своей тарелке. Я тоже. Не. Ой. Это. А вот, да. Вот. Мешай. Да я видел, он нас... Кен Криша прошел. Видел? Это наш человек прошел. Не реагируй. Счастье, что вы максимально не подходите под расходу. Мешай. Не, брат, послушай, хочешь, я расскажу секрет? Я тебе говорю, есть в этом вайб. Мы сейчас выглядим, понял? Если откинуть всю хуйню, кто мы на самом деле, все думают, что мы дети каких-то, понял, вот, ну, типа, олигархов, понял? Вот веди себя так, понял? Мишань, назови сумму, за которую ты в бассейн сальто сейчас делаешь. Не, ну есть такая же сумма? Есть ли такая сумма в натуре? Я не знаю, я нахожусь просто в самой неудобной... Пацаны, не, серьезно, если лям на карман накидываете, я прям отсюда с пласта разбегаюсь и вот так с криками улитый энерджи. Давай скинемся, Илюх. Только можно мы уйдем сначала? Лям просто на вот капусты сейчас кладете, я прям туда с пласта лечу. Я Паша Ломаров здесь, пацаны, без обид. Я, наверное, просто это есть не буду, я так просто, чтобы чужаком здесь не быть. Слышите, есть ощущение, что у нас миссия в игре, и нам надо кому там шею свернуть? В Вай-Сити, знаешь, ты там богатый особняк, помнишь, в Вай-Сити? Да. Короче, я просто, ну, ты просто представь, насколько здесь сидят влиятельные люди, и мы вот, ну, пришли. У меня ощущение, как будто мы реально, мы кого-то пришли убить, и типа вот мы скины сами выбирали при создании нашего, типа как GTA, забыли переодеться. Еще же как-то часовщика вытянуть надо. Самое главное, что мы его увидели. Я понял, на что это похоже. На что? Они выбирают себе новых рабов среди нас. Осуждаю. Надо проявить себя, пацаны. Пацаны, давайте чокнемся. Не, еще понял, мне говорят, типа, видите их, типа, вовнутрь, типа, чтобы, не, чтобы их не видели. А, мы фильмим ourselves, not filming you. Окей. Yes. Yeah. Vlog. Yeah. I can show you. Мишань, ты не против, если я твой канал покажу для большей уверенности? Да, изи, чтобы он прикурил сразу. Да мой, показывай. Here it is. Russia. Это самая странная, которая в жизни у меня происходила. Илюх, это та самая моя история, в которую никто не поверит. Пацаны, мы на этом этапе, что дальше делать? Воруем серебро. Пошу Азиза больше никогда не буду. Азиз. Да. Жалко, что он с тобой больше. Че? Жалко, что он не больше с тобой никогда общаться. Что? Ебаный в рот, да. Ну че, народ? Погнали. Ебаный в рот. Хулиганы. Пацаны, если кто-то, ну, реально представит такую ситуацию, что кто-то из нас разгонится с криком в бассейн. Мне кажется, я просто умру на месте. Насколько мне неудобно будет. Я просто упаду, и у меня душа выйдет просто сразу. Это еще очень печально. Просто нас все смотрят, понял? Я тебе говорю, они выглядят, как будто позвали детдомовских на благотворительность. Да, что самое смешное, что мне чувак спросил, типа, вы за жильем пришли? Я такой, да, уверен. Я ни секунды не думал.
Сегодня читмил, походу, да. Пизда, я разогнался, брат. Я впервые в жизни омарафтелся. Реально? Да, было офигительно. Мне нравится то, что менталитет арабов, то, что даже несмотря на то, какие мы бичи, он нас пустил, накормил. Пацаны, у меня есть один вопрос. Что за бизнес, сука? Мне проще было бы, если бы здесь был какой-то русский бизнесмен. С ним хотя бы рассказать всю эту ситуацию, я думаю, он бы пожал. Просто иностранцу сложно объяснить. Что за бизнес, я думал, он бы просто сука? Высылся сейчас на со смеху. Типа, если бы вы сказали, кто мы на самом деле. И что у нас в кармане на 4 000 рублей. Короче, бас, это самый, ну вы поняли, самый большой жилой дом в мире будет. Высокий именно. Самая фишка, что я его смотрел уже до этого. Стой, стой. Ну вот давай так, откинув просто вот все, если вот можно это сказать, в теории, ты бы мог позволить себе там квартиру? Да. Все. Что такое хуй, блядь? В теории ты можешь позволить себе там квартиру. В кредит можно? Льготы есть? Надо к этому, слышишь, к этому, к Жакобу. Пойдем резко подойдем просто. Да поедем. И перед этим ты в бассейн ебать. У меня, знаешь, мне, короче, только из-за одежды, блядь. Сухую одежду бы, сука, сразу. Я думал, ты скажешь из-за одежды, то, что мы в этом, мы в шортах, блядь. То есть тебя смущает. До смерти ипотека. Ну, я не знаю, какие там цены. Просто мокрый будет. А то, что тебя убьют, нахуй. Тебя попьют. И меня вот так. Просто чтобы я не всплывал. Все встают просто в стволы, встают и шмаляют. Знаешь, что самое будет охуенно? Вот с чего я хуею? Если сейчас сюда заходит и садится парадичка, понимаешь, и куришь. Какой же ситуация? Короче, мы на встрече миллионеров, а сами вот... Пойдемте туалет посмотрим. Мне интересно, какой здесь туалет. Часы, смотри, блин, сука, хорошие, пиздец, Джаком. Подойди ему сказать, не ты часы, сука, хорошие делай. Кроме шуток, прикинь, брат, просто взять и сказать, ну я вот эту беру, на просто предоплату им ношу, они охуевают, и мы уходим отсюда. Не, можно же потом передумать, вернуть деньги, но именно тут. Да, понял, в последний момент разверну, сказать, а я передумал, всем пока. И в бассейн. А не может быть наоборот, типа, обратная психология, то, что все, типа, пришли, ну, типа, официально, а нам настолько похуй, типа, мы на таком уровне находимся, что вот мы на такие мероприятия в кроксах приходим. Так и есть. И с петличками, вот это, мне кажется, руинит наш образ. Мы снимаем документальный фильм. Про бомжей в такой жизни. Не, это понял. Мы снимаем ролик, как бесплатно поесть в Дубае. Да похуй, что ты въехал сначала, чуть ли не въехал прямо сюда. Прикинь, брат. Просто на машине в бассейн. Просто так снимаю. Ёху. Ты выходишь из машины и говоришь. Просто и на всех вот так. Выходишь из машины и орешь. Где здесь авиапарк? Я заблудился. Как будет на английском? Можно с собой завернуть? Нет, не надо, пожалуйста. Согласись, это стоило того. Вот это вот сейчас все, что согласен. Больше всего я не ожидал оказаться в такой ситуации еще и с Мишаней. Я верю, что мы позвоним Кристи. Все идет к этому, чувак. Прикинь, мы вот сейчас замечаем в какой-то момент, где шейх на нас показывает, потом смотрит на охранника и вот так вот показывает. Не, понял, смотрю, у тебя на лбу такая красная точка двигается. И перед нами садится лысый мужик с кодом, блядь, на красном галстуке. И говорит, ну чё, пиццы пошли похавать. Суки. Ну, ведь они разогнали. Надо нам встать чуть-чуть там в толпе, ну, с ребятами познакомиться, пообщаться. Пойдем сделаем похуй, пойдем. Главными вот этими. Пойдем, полный газ, брат. Вот я тебе говорю, сейчас, либо нахуй никогда. Попробуй договориться на хату по бартеру. А могу сделать скидку, и я деньгами заберу, а хату не. Только что сказали, что Джейкоб ушел. One year ago about Jacob and Co and Bengati. Yes, I know about this project. Yeah. And I don't know why just was stop. Yes? Yeah, for one moment. I will tell you why. Because we had so many people interested. Uh-huh. We had to shortlist the people who can buy in it. We had people interested that want to buy it and resell. Mm-hmm. We had people interested want to buy and put it on Airbnb. Ah. So we don't want that reputation to come to any Bengati building. That's why we were shortlisting the clients. We're filming challenge. Нихера себе. And we need a photo with most popular persons in Dubai. Okay. Maybe somebody here. My brother Mohammed. My brother Mohammed. He's Bengati. Popular? Он владелец этого Бенгати компании. Ради уважения нужно сфоткаться, потому что он уже сказал, по-любому надо делать. He's the owner, right? He's the CEO. He's my brother.
Yeah. Oh, cool. Like if you see Mohammed bin Ghati in Dubai, everyone knows him. Yeah. Oh. Is it real to take a picture? Yeah, I'll tell him right now if you want. Watches of Saddam Hussein? Yeah, this is a Patek Philippe, Saddam Hussein's watch. This is Abus. Часы Саддама Хусейна. Президент Ирака, премьер-министр Бахрейн. Мы вообще просто где находимся. So, can we take the picture with you, brother? Yeah. Can you guys give it a bit? Yeah, for sure. Пипец, куда их занесло, мама? Он Мишаня все уже из эмоционального перегрева. Час назад он ел яичко и креветку и огурчик. И говорю, поменьше масла. Сорвался, пацаны, все. Я всю эту концентрацию еды увидел. Все сорвало голову, это пиздец. Я пойду еще торт возьму. Не-не-не, останься, Андрюх, тут, пожалуйста. Он нам сейчас гараж пойдет показывать. Да я быстро. Пожалуйста, Андрюх. Я очень хочу. Я умоляю тебя. Ну торт. Как он ест, посмотри. У него 3 куска, у меня 0. Брат, иди со мной почитай. Бери вилку, давай. При всем уважении, ты свои штаны видел бы? Ты сейчас одет, как будто к тебе Кент подъехал, и ты говоришь, сейчас спущусь. Может быть, он мыслит так, то, что типа все вот это скучные люди, тут хотя бы пришли три клоуна. Неважно, брат, какая у тебя карта в рукаве, главное, что ты по жизни туз пиковый. Ой, мама, она любит хулигана. Мы приехали на вечеринку, на дачу. Я не знаю, здесь кто-то или нет. Есть ощущение, что мы не здесь. Нет, кто сказал, что Хаят? Стоп. Нам полчаса ехать до туда. Вы угораете? А кто сказал Хаят вообще? Откуда Хаят? Не знаю, Саня, откуда ты взял. Ты что творил? Я нажал ссылку, а тут вот другая ссылка. Ах ты тварь. Нам 40 минут ехать. Какой 40? Ну, если ты смотришь это видео и прочувствовал нашу боль, поставь лайк под это видео. Мы ехали сюда 40 минут, и мы приехали не туда. Я навигатор прошлого года зашел. Ёп. Вот если бы я не туда приехал, как бы он... Пиздец. Ладно, еще как. Ничего страшного. На твоем месте мог бы быть каждый. Поехали? Ничего страшного. Хуй. Оба. Hello. Nice to meet you. It's really just a home? Yeah, this is our house. Amazing, brother, amazing. Это просто их дом. Как дома, поняли? Tony Stark. Это просто их дом. Style. Really? You know? Like GTA. Exactly. GTA style, we made the party. We have a few cars missing. Mine is outside, if you saw the Urs Performante. Uh-huh. That one is mine. And then some other cars are in the service. But these right now, they're here. Мне страшно. This one is my baby. Your favorite? That's my baby, this one, not just my favorite. I think my favorite, Maybach. Maybach? This yes. is the hot of the two. It's a limited edition to 150. Very, very comfortable. Просто представь, вот ты же в какой-то момент думал, что ты достаточно очень обеспеченный в России. Ну, я понимал, что вот такие типы существуют. Тони Старки. Пиздец. Ё-моё. Yeah. Пацаны, в самом последнем Майбахе сижу. Вот просто, несмотря на то, что вот вы видите, какой уровень вообще, это вот просто надо родиться, надо быть во всем этом. Насколько он радушный, простой, со всеми там, пожал руку, пожалуйста, сначала именно покушайте, потом что-то там, потом я вам покажу все, я не знаю. Просто у нас, зай, я зарабатываю больше на 1000 рублей, чем ты. Бичевка нищая, закрой свой рот. И просто... Я не знаю, я смотрю на эти машины, и я в шоке. Как пахнет здесь, ты чуешь? Дорого. Brother, maybe burn something of this? Anytime, brother, you want to come, take it out, you just let me know, we go out together, anytime. Как себя ощущаешь, Илюха? Мне страшно, пиздец, просто. Мне тоже страшно через экран. If this not secret, how much this house? This house, we built it, by the way. Yes, I know, but I know, just... Right now, the value is around, in today's market, today, it will reach 150, 180 million dirham, this house. 5 миллиардов рублей. And the guys also here, all of you from Russia? Yeah. They're all from Russia. One of the most famous bloggers in Russia as well. The Russia's most famous blogger, okay. And these are also bloggers. They have a big YouTube channel. Nice, so nice guys. We are very happy to be here. But you want to take the picture in front of the horses? Yeah, wherever you like, please. Thank you. Okay, guys, nice to meet you. Yes, sir. Thanks a lot. Enjoy your night. Have a nice one. Take care.
We go out, brother. No problem, brother. Thank you so much. Come on, walk with you, please, please. Только не говорите мне, что это выход. Что? Thank you so much. Thank you so much. Я даже не знаю, как ответить на его доброту. Но если у меня сверхбогатые люди, купите, пожалуйста, квартиры себе в их новом доме Бенгати в коллаборации с Жико Панко, Бугатти и Мерседесом. Я буду очень доволен. Как купите, дайте знать и приглашайте в гости. Пацаны, ну просто на секунду. Все было бы. Че? Мы Жака бы не выловили, вот что плохо. Главное, мы его увидели в моменте. У меня чуйка, что мы все равно выиграли. И еще и кайфанули. Мы как минимум выиграли жизнь. Вот еще и схавали тортик. Ебать, мы увидели. Я еще в туалет сходил. Ну, вот от гаража я прям пиздец прикурил. Вот это стекло. Даже не то, что да, тачки, а как он в целом, типа вот это стекло да. открывается. Знаете, что я сейчас только что понял? Что в целом, если их номера все взять, вон там, то они примерно выходят в стоимость этого дома. Номера на тачку. Я думаю... Они богатые. Этот чувак шарит. Пацаны, езжайте, я хочу тут работать. Ладно, пацаны, давайте, спасибо, что приехали, я домой. Спасибо, парни, ладно. Когда-нибудь я так скажу, но не сегодня. Вот здесь мой строится. Слушай, ну вот я сейчас так думаю. Ну ебай, вот мне бы четверть этого дома хватило. Я бы вообще просто стену и дверь эту поставил бы и приходил бы по кругу. Я бы просто вот диван здесь поставил бы и считаю, вот здесь и живу. Мне торт дайте, блин, просто бы духал. Подожди, а это, скорее всего, их же продолжение идет. Да, и тут наш будет. Вон, вон наш. Поехали результаты подводить. Это Арни. Со мной сфоткаться? Да. Давайте, пацаны, почему мы, нет у нас, вообще? Короче, миссия сфоткаться с популярными людьми больше, чем Илья Эксайл. А ты похож на Арни. И мы хотим... Базара нет. Можешь как-нибудь прикрыться, типа, ну... Ну, типа, вот так, понял. Там, как-нибудь там. Нет, как там Арни делает? Типа, какой-нибудь... Это же Шейдлина? Как ее зовут? Лена. Лена. Хелен. Да, да. Мне просто надо понять, она подходит к нам? Все, Википедия есть. Википедия есть. Нет, надо у нее 4,5 миллиона подписчиков. Давай подойдем поближе, она девушка. Короче, мы снимаем против Ильи Эксайла ролика, нам нужно как можно больше сделать фоток с популярными людьми. Вы колдец. Вы видели Инстаграм? Спасибо, Арни, going crazy. Арни, going crazy. Вот это моя фагас. Николаевич. Блин, я не знаю, кто это, прикиньте. Она очень миля. Я не... Блядь, я очень многих не знаю. О, со 100 баном. Где? Давай. Музыкант. Брат, а можно с тобой сфоткаться? А можно сфоткаться со 100 баном? Нужно понять, на кого ты похож. Кокошка. Кокошка. С кокошкой. На кого я похож? Ну давай с кокошкой. Блин, натуре как кошка, я не могу. Тань, как тебе тут вообще? Нравится в Дубае? Выражусь одним плохим словом. Плюс лайк. Есть что добавить? Ну, обстановка. Да. Был из клуба вот это вот быдло, блин. Здорово, бля, пацаны, мы такое пережили дерьмо, вы просто охуеть. Где вы Мишу проебали? У него срочные дела, он... Нам нужно с одним человеком сфотографироваться. Он тут. А мы с ним сфоткались. Скажи. Пожди, с дурачьё? Да ты можешь сказать? Мы тебе скажем, мы с ним фоткались и все. С дурачьё вы фоткались? Да. Мы сфоткались со всеми, с кем вы сфоткались. Даже с ЛДЖем. Даже с ЛДЖем, блядь. А подожди, вы все равно вдвоем сделаете фотку, а не втроём. Время. Я говорю, до конца дня. Чего? До девяти! Плюс, а не правда. Рад вас приветствовать спустя долгий день. Надеюсь, вы кайфово провели? Нет. Фул, ёбаный день. Говно. У нас охуительно. У нас Лёха отказался в бассейн прыгать. У нас Миша отказался. Что ж, давайте раскрывать карты. Самое интересное – подсчитывать баллы. Еще раз. Один человек дает один балл. Да. Если у него 10 миллионов подписчиков в любой соцсети, это плюс один балл. Да. Если у него страница в Википедии, это плюс один балл. Да. Опа! Антоха! Здорово, брат. Антоха! Крыса, наебал нас. Я ему обещал, ребята. Пацаны, это мой братик. Вот в очередной раз от него крысятничий мув. Первый раз меня как крысу скинул. Второй раз как крыса вот предал нас. Ну просто ужас. Обещал. Он реально обещал. Ну я раньше написал, он мне пообещал. Пришлось. Андрюх, подойди, сфоткаемся. Привет. Привет, Андрей. Антон. Ну мы уже 105-й раз знакомимся.
Сука, он ебануто богатый, посмотри, какие у него часы у него. Ты ебануто крутой, но крысой оказался. У вас есть какие-то категории, которые вы вообще никого не нашли? Актер? Актеры, кино, да. Кино тогда нах. Выбираем. У вас был момент, когда вы думали, Романов продакшн, кино или нет? Да. Да, мы обсуждали это. Мы сошлись, что это кино. А, погоди, так у нас есть. Ну да. Часть кино да, есть, кино. Но он не кино. Клипмейкер. Нихуя не клипмейкер, он кино блядь, делает. Давайте, рилсмейкер, шортсмейкер, блогмейкер. Тогда дурачок нам засчитывать. Охуеть, блядь. Хорошо, мы его не будем засчитывать. Выбирайте категорию, мы говорим. Спорт. Спорт? Да. Хорошо. Ну, спорт, киберспорт. Я тиктокер. Давайте я тиктокер. Дотеры. Все дотеры. Все дотеры, у всех есть страница Википедии. Мипошка. В Википедии есть? Это 2 балла. Чемпион мира по доте, двукратный. Популя. Лучшая пятерка. Ты балла. Лучшая пятерка, а ты лучшая шестерка. И Ксайла, нахуй. Давайте, ваш спортсмен. Его, я думаю, вы знаете. Антон Дурачев. Нет. Узат Чимаев, давай, показывай. Давай, Снейлкик уже показывай. Снейлкик, мать вашу! Мистер Анатолий. Я понял. У него 11 миллионов подписчиков. Это крутой челюсти. 2-2. У нас Сумаил. Это, да, пакистанец, чемпион мира по доте также. 4-2. Итак, если у вас будут какие-то вопросы по этому спортсмену... Это же официант был, нет? То я лично у него спросил. Я говорю, есть категории кино, музыка, юмор, спорт? Я говорю, куда ты хочешь отнести? Он сказал, спорт. Хасбула. Базара нет. Чтобы вы понимали, перед тем, как поехать к Хасби, мы купили ему кепку, спрятали его волосы и кофту ему купили, чтобы татуировки он не видел. Потому что он нефр! А он ненавидит нефр. Он спортсмен, он есть в UFC игре. Ну да. У него есть страница в Википедии. Да. Но у него нет 10 миллионов, у него 8,5. Ему просто удаляли страницы, но... Поэтому это 2 балла. 2 балла. И того 4-4. Да, за Хасбика 2 балла. Не охуеть, а может 3. Ладно. Да, интересно, за Дурова сколько вы дадите нам сейчас? Да, давайте вот с этого начнем. Подожди, на что спорим, то, что у нас фотка с Дуровым? Давай. На что? На $100. Давай, что ты? Он наебнуто никогда руку не тянет. 3 в ряд, Бэтбум Тим, типа Буйк, Сейв и Найтфол. Вот мы закрываем спортсменов, у которых у каждого есть страничка на Википедии. Сейв Дота 2 Википедии нет, Найтфол Дота 2 Википедии нет. Ну и все, и Буйк тоже нет, я думаю. Также нет Википедии. 8 баллов. И, соответственно, у нас человек, который официально сегодня стал спортсменом. Даня Милохин. Мы с ним сфоткались, у нас тоже есть. Мы явно впервые, потому что он проснулся. Он нам показал вашу фотку, да. Мы его час ждали. Итого, у него страница Википедии, у него 10 миллионов подписчиков и плюс 1 балл за человека. Счет 8-7. Это 7 баллов. 8-7 счет. А у них плюс 3 балла за закрытую категорию. Да, 8. 8-7 счет. Юмористы у вас есть? У нас нет, у нас 0 юмористов. У нас Нурлан. Эмир и Илья Макаров. 3 ЧБДшника. Итак, Эмир, Макар и Нурлан Сабуров. Да. У него нет страницы Википедии, ребят. У Эмира. Илья Макаров тоже нет страницы Википедии. Нурлана есть. 4 балла. Итого у вас 12. Давай музыку. Начнем с очень интересной ситуации. Это единственный человек вообще вот, за сегодняшний день, которого мы встретили случайно. Реально? Это было смешно, да. Просто ехали, думали, кого-кого, в окно видим. Ебать! На Blue Waters просто ехали. Идет очень сонный, вообще не планирует ни с кем фоткаться. И мы его в окно видим. Рахим. Реально? Фэнти. Серьезно, блядь? Фига. Просто случайно. Тикток. Тогда я тоже музыкант, блядь. Ну, Рахим и треки, блядь. В сравнении... В мировом чарте, блядь. Look at me, Хабиби. I'm on the Lamborghini. Сколько бы ни было слов, знаешь. Ты Даймон. У него 10 лямов, у него страница Википедии. Подожди, Look at me, Хабиби, это его трек? Да. Реально? Охуеть. Look at me, Хабиби. У меня под него тикток есть. Это Рахим? Реально? Реально? Попрошу, 10 миллионов, страница Википедии. 4 балла. 3. Это за 10 лямов из страницы Википедии. Сколько он зарабатывает? 12-10. Все девочки его имя? Арут. Итак, у Арута есть страница Википедии? Не думаю, что нет. Я думаю, он сам создал. У него нет страницы Википедии. Это 1 балл. Человек... Лёха Элджей. Я узнаю как музыканта. Текила. Он спрашивает такой, что делали в Дубае? Я говорю, да вот отвисали, как обезьяны в джунглях. И он это не снял. Страница Википедии плюс балл. Спасибо за трек «Копилка» еще раз, я ему лично это говорил. 13-12. Счет. Нас разочаровали, вы с ним быстрее сфоткались, правильно понимаю? Yes, sir. Элджей. Давайте сразу тогда зачитай Элджея. Нам. Нет. Представишь? Арни Гоинг Крейзи, мол. Арни Гоинг Крейзи.
Арни going crazy anymore? Арни, мой белый здесь, в Дубае? Мой белый здесь. Да это может быть кто угодно, лицо закрыто. Так же про Элджея можно сказать, что... Ладно, факт, факт. Ну вот у нас Элджей вот так сфоткал. Я тоже так стал. Кстати, Элджей вообще... Охуенный. Охуенный просто. Он такой, а, Хазева видел показательный. Что? Реально? Хазева видел, сказал? Ну я говорю, типа, если знаешь, у нас тоже, что типа Хазева... Ну видел, ладно, как можем, так и выкручиваемся. Показательные бошки дымятся. Мы когда, короче, уходим, я такой, все, давай, Лех, пока. И он мне говорит, забирай свои шмотки, проваливай. Мои мозги в дребезги. Вам плюс 2 балла за Арни. Нам плюс 2 балла за ЛД. 15-14. Показывайте тогда вы. Музыкантов у нас нет. Итак, идем дальше. У нас еще 2 человека в категории хорош, музыки. Официант. И это мое имя тейп и фамилия на бабках. Ровный чел. Пиздатый чел вообще. Bang the game тейп, сучка. Орешь там нахуй, у меня дома улица, родители спят. Дома улица, родители спят. Если его трек в чартах ВК на 5-м месте. На Яндекс.Музыке на 6-м месте. И в Apple тоже на 6-м месте. Адель. Еще раз, 6-е место в Apple Music и 6-е место в Яндекс.Музыке, возможно, уже на 5-м, блядь, вы, суки, ебать. Мы получаем 2 балла за тейпа и получаем 1 балл за Адель, у нас 16 баллов, и также мы закрываем категорию «Музыка вашей ебаной рты», и у нас 19 баллов, 15-19. Итак, у нас категория «Кино». Леон Кемстач. Леон Кемстач. Он не в Дубае. Понятно. Он не в Дубае, он в Мадриде, друзья. Александр Романов. Он сильный. Клипмейкер. Да. Режиссер. Режиссер. Режиссура кино. Одно и то же. Блогеры. Блин, чуваки, пойдите. Титан разошелся. А, Никита, мистер Ефремов. Никита Ефремов. Никита Ефремов, вот страничка в Википедии. А так он актер, твою мать, у нас есть человек. У него страница в Википедии, как я понял, нет. 20 баллов у нас. У нас 2 балла за компота, 15 миллионов подписчиков и... Базар. Дальше. Спасибо за детство, Снелкик. Респектовый чел. А еще категория битбокс. 21 балл. Витя ЧБ у нас. Легендарнейший стример. Я показываю Дину Саеву. Википедия, конечно же, есть. 10 миллионов подписчиков, конечно же, есть. 24 балла у нас. У нас Лена Шейдлина. Да ладно. Легенда. Кто? Я себе. А куда вы ее, в блогеры? Да. Она крутая. И Википедия у нее есть. Она крутая. Не знал, кто это, блядь. Еще у нас есть 100 баллов. Я не знала, кто это, блядь. И Андрей Кокошка есть. Да ну нахуй. Короче, мы встретили чувака, который снимает здесь видео в Дубае. Самый популярный. Мовлокс. Да. Откуда ты знаешь? Потому что нам предлагали с ним. Их и тех же людей нам все предлагали. 11 миллионов подписчиков у него? Да. 5 миллионов, условно, 5 подписчиков. Он должен жить минимум в 2 раза хуже. А он живет в 100 раз хуже. Почему так? У него в бассейне стоит, сука, катер. Реально, он говорит, я не знал, как поставить катер и вырыл бассейн. Лахма, да. У него страницы в Википедии, наверное, нет. Нет. А, ну, кстати, у Инесса может быть. Мы с Инессом фото. А, у него есть, кстати, в Википедии. Ну, это вы куда, в блогере? Ну да, да. Это вот ваш крайний человек. Да. Да. Вы, получается, получаете 2 балла за Несса, и вы получаете еще 3 балла за закрытие категории. Короче, мы должны были встретиться с человеком Джейкоб Энко. Бля. И шейх это говорит, к сожалению, Джейкоб Энко только что уехал, мы так... Но я могу вам показать гараж с нашими машинами. Да. Я ни на секунду не пожалел. Сначала нас один человек встречает, потом второй такой, конечно, проходите, покушайте сперва. Я думаю, что они побогаче людей Forbes. Его знает каждый человек в Дубае. Мы его в категорию как блогер. Ну, блогер. Что самое интересное, подводим баллы. Ладно, нам надо признаться, там не Леон Кемстач, а просто манекен. Да. Реально? Да. И самое надо интересное. Признаться, что у нас не Сумаил, а просто работник. Да. И у нас не Арни, а просто левый чел. Реально? Да. Реально? Да. Мы настолько бомжи. Но за место Сумаила мы можем как бы всунуть. Ну что, Мишаня, нас поздравляем, мы их отъем. Короче, отвалим мы их, если кратко говоря. Да, выиграли. Серьезно говорю. Мы послушали истории, чем вы там занимались. Вы нас не то что вы... Высушили, выебали и высушили. А Литвин там уже готовится к Олимпии 2000 или что? Он там уже в качалке, чтобы сотку отжать. Вы выиграли. Да, да, серьезно, выиграли. Серьезно выиграли. Я черт, они ли горели? Только надо успеть, мы завтра вылетаем в 4. Я победу ради этого события. Вазелин, что себе купил ради этого события. Носок намажешь, чтобы залететь тебе в срак. Все, давай, Мишань, до завтра. Давай, брат. Все. Пока, брат. Да, я в курсе, какие комментарии вы будете писать о том, что составы неравны и так далее, но... Да, да, мы будем писать, что составы неравны, что вы крысы ебаные.
того, который у нас был, офигеть, что у нас получилось провернуть. Поэтому я надеюсь, вы лояльно к этому отнесетесь. Нет! Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось. Мы не будем лояльны! Такое путешествие по Дубаю. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на каналы ребят. Всем удачи и всем пока. Пока! Охуенный видос. Я просто знаю, в какой суматохе и как они все это быстро придумали. И это офигенно. Плюс это Дубайка, плюс вайб, плюс комфорт, плюс разные люди, плюс разные ситуации. Это очень круто. Уже за 10 часов 1,6 миллионов. У нас это еще и вклады. Это у нас...